Привет, друзья! Меня зовут Денис Васильев, и это Prove My Concept KubeCon 20 Digest. За 10 минут вы будете в курсе последних событий мира Kubernetes с виртуальной конференции KubeCon Europe 2020 года. Я напомню, что наши эфиры в записи вы найдете на основных площадках Apple, Google и Spotify. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. А мы начинаем. Друзья, KubeCon 2020 Европа стартовал. Лично для меня эта конференция всегда как праздник. Новая страна, новый город. А я напомню, KubeCon проходит 3 раза в год. Это Штаты, Европа, Китай. И каждый раз в новом городе. Конечно же, высочайший уровень мероприятия, количество посетителей с каждым годом растет, все самое интересное и топовое индустрии. Экосистемы облачных вычислений, DevOps, SRE, все здесь. Важно отметить живое общение с легендарными разработчиками, знакомство с продуктами, расширяешь сеть контактов, общаешься с создателями продуктов, которые ты используешь каждый день. Что стоит говорить, например, SEO или ведущему разработчикам Jenkins, а там, как вы понимаете, вопросов накопилось. Стартапы, гиганты, поток информации и сама атмосфера. Настоящее меняется, мы де-факто погружаемся в мир, к которому так всегда стремились в детстве. Мир виртуальной реальности. И он далеко не такой, каким мы его представляли. О виртуальном формате. Живой KubeCon обычно стартовал с 7 утра и начинался с кофе, фруктов и панкейкс. Виртуальный стартует с обеда. Первые сессии 14.00, а киноус еще позже в 16 по Киеву. Организаторы довольно быстро сориентировались и за пару месяцев провели, на мой взгляд, огромный объем работы. Виртуализировать масштабную конференцию не такая простая задача. В итоге, все участники вчера получили доступ к виртуальному конгресс-холлу. Здесь лобби, зал для keynotes, collocated ивенты, основные сессии, игровая, медийная и выставочный зал на десяток холлов. Перед тобой импровизированный виртуальный холл и главная сцена. Сделано все довольно просто, может даже хотелось бы больше визуализации. Но после того, как ты увидел первые доклады со своих кухонь на фоне сервантов и натянутых одеял, все как рукой сняло. Камон, ребята, уже давно виртуальные бэкграунды придумали. Хотя доклады по наполнению были на уровне. Но начинаешь понимать, что картинка тоже важна. И одно дело отрисовать виртуальный мир, а другое этот мир заселить реальными людьми. Так что я буду верить, что следующий год нам даст возможность встретиться в Амстердаме и повторить. Первым вселяющим надежду визуально качественным докладом для меня стал доклад Сэма Дэвидсона из Google «Help, my cluster is on the internet». Это tips and tricks на базовую Kubernetes и контейнер безопасность. В описании вы найдете ссылку на документ, подготовленный Сэмом. Там все лаконично и по делу. Может пригодиться, я нахожу его полезным. Хочу обратить внимание на темы collocated мероприятий. Наверное, это отражает тренд индустрии. Cloud Native Security Day, Serverless Practitioners Summit и Service Mesh Con. Это самые обсуждаемые темы и на основной конференции, помимо самого Kubernetes. Экспо-холл, как всегда, огромен. Виртуальная часть вмещает в себя Diamond, Platinum, Gold, 2 сильверовых, 2 стартап-холла, демо-театр, Project Pavilion, где располагаются проекты CNCF, и медиа-зону. Здесь демо и презентации, книги и брошюры, разного рода материалы, ваучеры на разные номиналы и, конечно же, прямая связь с продукт-овнером, VP, CEO, CTO и разработчиками. Сессионные залы поделены по тематикам. Application Development, Case Studies, CI/CD, Customizing Extended Kubernetes, Machine Learning, Maintainer Track, Networking, Observability Operation, Performance and Runtime, Security, Identity Policy, Serverless, Service Mesh и Storage. Хочу отметить 2 стартап-холла.
Здесь наиболее отзывчивые и активные ребята. И все понятно, это промоушен. Предложения на бесплатные подписки на триал, запись на живое демо, колы в реальном времени, дорогие призы. Я не поленился и потратил несколько часов на интеграцию пару продуктов, трэблшут, фидбэк и пару колов. Во мне все еще и живет дух стартапера. И о результатах я вам расскажу в следующих эфирах. Отдельно выделена area с играми и квизами, а также job desk. Здесь есть шанс побороться за призы и места в рейтингах. Также продать себя подороже или найти талант в команду. Я себя попробовал пока только в квизе по кубермастерингу и занял 8-е место. Видимо, читать вопросы нужно быстрее. Ответы – это либо выбор кнопкой, либо короткая команда. Например, какой ресурс не зависит от namespace? Что объединяет реплика сет и deployment controller? Или приведите команду создания сервиса. Сразу скажу, шутеров здесь нет. Есть консольные игры типа побег Kubernetes пода или на время набрать как можно больше bash, python, html команд. Не знаю, зачем здесь html. Что хочу сказать. Так только тебе говорят 3, 2, 1, go, ты смотришь на экран и начинаешь тупить. Какую команду набрать первой? Какая-то проблема выбора. Наверное, мозг не привык в консоли набирать первую пришедшую на ум команду. Футболки и наклейки продают. За остальным очередь. Я обычно докупал на месте отдельный чемодан, чтобы привезти сувениры и футболки. Я их или раздаривал коллегам, или раздавал на своем тренинге особо активным ребятам. И здесь особенно порадовал набор наклеек. Раньше его просто высыпали на большой стол, и ты выбирал все, что хотел. А сегодня ты можешь такой набор приобрести всего за $412. Кстати, кепки с логотипом Кубера были раскуплены в первый час. Остались только брендированные маски и носки. Заказывайте в комментах, если хотите маску с лого любимого продукта. Цена в районе $10. С моими друзьями и коллегами, Стасом Коленкиным и Володей Цапом, мы планируем эфир, где постараемся рассказать о самых интересных проектах и темах. И у каждого будет свой план. А сейчас два слова по моей индивидуальной адженте на вчера и на сегодня. Вчера я слушал Lightning Talks, зажигательные доклады, насколько это позволяет антураж твоей кухни. Здесь Security, Kubernetes Flow и Service Mesh. Pancake Breakfast с Алекс Вильямс, это фаундер и паблишер The New Stack. Традиционно болтовня за приготовлением блинов на тему «Не надоел ли Кубер?» Получилось довольно симпатично. Ведущий был реально на кухне в колпаке и фартуке. Блины были виртуальными, а джем все демонстрировали настоящий. ML Flow и Kubernetes. Эта тема набирает обороты все сильнее. Я сам сейчас активно участвую в проекте Shared GPU и вижу, что уже скоро этот весь став будет проще и доступней. Что-то типа Serverless DML. К слову, здесь докладчики из China, Unicom и Huawei. Проект CubeH. И BPF. Ребята из Kinwalk. Тема не нова, но довольно интересный и конструктивный доклад о технологиях байткод формата для микропрограмм прямо в ядре Linux. Kubernetes не предоставляет никакой помощи при инспектировании на уровне ядра и процессов. И шоу-кейс о инструментах, специально разработанных под Kuber, Inspector Gadget на базе BPF Compiler Collection и Trace Loop. Kube Control Trace построена на BPF трейсинге. Kubernetes Networking. Эта тема всегда была и остается нетривиальной как для понимания, так и реализации. И еще раз послушать толковый доклад будет точно не лишним. Джефф Пол, директор Platform Engineering Vivint Smart Home. Панельная дискуссия Ask Me Anything About Service Mesh. Здесь представлен IBM, Solo, Google, Core Maintainer из Linkerd, Oliver Gold о разных аспектах Service Mesh, от «Когда мне нужен Service Mesh» до применения Service Mesh в телеком.
план на сегодня. Инженерный опыт и DevOps. Построение автоматического Canary Kubernetes Native Pipeline. Kubernetes на C-Group версии 2. Телеком и 5G. 34 фактора мы выучили про Kuber и Edge. Построение Cloud Native Telco с Network Service Mesh. Использование Argo и Kinetive в оркестрации Media Services в 5G Agent. Конечно же, 3KS – легкий Kubernetes Production для Edge и не только. Масштабирование Kubernetes Networking за пределы 100 000 эндпоинтов. И использование Kubernetes для удешевления мобильных датапланов на 50 миллионов пользователей. Конечно же, я жду Keynotes. Это всегда меня воодушевляло на идеи и мотивировало. Но там была энергия 8000-го зала с рабочим Wi-Fi, огромная сцена, таланты и лидеры индустрии. Посмотрим, как это будет сегодня. Подписывайтесь и следите за эфирами.